Большое скопление такси, около 40 машин, привлекло накануне внимание жителей поселка Солнечный. Водители приехали на сигнал бедствия от своего коллеги. Днем ранее у него возник конфликт в этом же месте с кем-то из местных жителей. Видимо, спустя сутки он решил продолжить выяснять отношения. По словам очевидцев, участники конфликта съезжались со всего города. Так один из таксистов в торопях не справился с управлением и влетел в столб при выезде на мост 60-летия ВЛКСМ с правого берега. Обошлось без жертв. С целью установления всех обстоятельств случившегося и предупреждения конфликтных ситуаций полицейскими проводится дальнейшая проверка. Запланирован ряд профилактических мероприятий. Заявление о данном факте в полицию не поступало. За медицинской помощью никто из участников также не обращался.